Год назад Мособлдума приняла закон о мере поддержки подмосковных врачей бесплатным предоставлением земельных участков. Семья педиатра Марины Фурник уже возводит дом. Когда была пандемия, естественно, не хватало медицинских кадров везде, во всей России их не хватало. И нужно было реализовывать, не просто придумывать, а именно реализовывать новые меры для того, чтобы привлечь новых медицинских специалистов и удержать тех людей, которые уже у нас работают. Наша была инициатива нашего министерства предложить такой вариант предоставления земельных участков врачам в безвозмездное пользование. В качестве пилотов выбраны 4 городских округа – Богородский, Домодедово, Сергиево-Посадский и Ступино, рассказал министр имущественных отношений области Наталья Адигамова. В 2022 году подмосковным медикам планируется предоставить 1000 земельных участков. Губернатор Андрей Воробьев инициативу министерства поддерживает. Это было сначала страшно, но оказалось, что не сложно. В общем, сложности от момента поиска до момента, когда нам подписали уже полностью документы, около 2 месяцев. Администрация Сергиево-Посадского округа приложила все усилия, чтобы подобрать педиатру Марине Фурник удобный по расположению участок. Самое главное то, что человек уже строит дом, и совершенно очевидно, что этот человек останется у нас работать, у нас в Подмосковье, в Сергиево-Посаде, и это очень хорошо. Хорошо то, что мы своим людям даем возможность жить на своей земле, это очень важно. Участок предоставляют на 6 лет. Если в течение этого срока врач построит на нем дом, он сможет оформить землю в собственность. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».